Накануне ночью крупное дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на проспекте Кунаева. Здесь столкнулись автомашины Toyota Corina и Lada ВАЗ-2104. По словам очевидцев, Toyota пыталась развернуться в непредусмотренном для этого маневра месте, не заметив приближавшуюся Ладу. В результате столкновения травму получили оба водителя. Им помощь оказали врачи скорой помощи. Сейчас подробности этого ДТП выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. А утром примерно в половину девятого авария с участием 5 автомашин произошла на улице Желтоксан. К счастью, никто из водителей и пассажиров в столкновении не пострадал, но автомашины понесли материальный ущерб. Как рассказал водитель ВАЗ-2199, ехавший впереди колонны, одной из причин ДТП стала ненастная погода. «Я ехал впереди, со всех сторон были автомашины. Впереди я увидел перед собой лужу, и чтобы в нее осторожно въехать, притормозил, а в это время сзади стали врезаться машины». Ночью примерно в час на пульт 102 поступил звонок с улицы Молдогуловой. Полицейским горожане сообщили, что на улице лежит избитый мужчина. На место вызова был отправлен 725-й экипаж дорожно-патрульной полиции, который по прибытию вызвал бригаду врачей скорой помощи. Судя по состоянию пострадавшего, он был пьян. Вы где пили? Вы были один? Впрочем, рассказать о чем-либо потерпевший был не в состоянии. Полицейские передали мужчину в руки врачей, которые, предварительно диагностировав травму средней степени тяжести, доставили его в больницу. Сейчас следствие по этому факту ведут следователи Альфа-Арабийского отдела полиции.